Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Хочу показать, надеюсь, уже последние вот цветы, цветение своих роз. Это японка, роза Миябича. Есть роза Мияби, она более сиреневая, а эта розочка Миябича, у нее более рыжекофейные такие тона. Это ее третье цветение. И именно сейчас цветок полностью распустился. Посмотрите, в плоское блюдце. И, наверное, вот этот сантиметров 10, а вот этот сантиметров 12. Цветок долго держится. Ой, хочется солнышко. Вот такой, так красиво закручен. Вот она. Вот она. Смотрите, распускает. Были и холода. Сегодня 31 октября. Это Беларусь. Тут совсем такой рыже-песочный такой. Видите, как закручено. Интересно. Из вот такой закруточки распускается плоское блюдце, долго держится, но совершенно не имеет запаха эта роза. По краешку розовинка, первогодка роза. Конечно, все готовлю уже к зиме, поэтому снизу оборвала листочки. Но такое классное цветение хотелось бы вам показать. Во втором цветении цветочки, наверное, из-за жары. Сам цветок был очень маленький, был, наверное, сантиметров 6-7. Теперь присмотритесь, какая и цветет, и раскрывается. Кстати, меня очень заинтересовали японские розы. Посмотрим, как она перезимует. Это, по-моему, относится к чайной гибридной Вабара. Селекционер. Листва. Интересная такая очень листва. Или у нее немножко, у меня она хлорозит. Отличается как-то от других роз. Рядышком Глория Дэй. Листва, конечно, огромная. Тут листочки поменьше. Тоньше сами. Но цветок, конечно, прекрасен. И посмотрите, какими кистями. Вот это одна веточка. Вот одна ветка. Смотрите, сколько цветов. Раз, два, три, четыре. Так, это третье цветение. Вот, смотрите, великолепие какое. Все тут стадии распуска. Еще два бутона. И вот такая красотища. Ну, сказать о зимовке ничего не могу. Первогодка, весенняя посадка из Мишкиных роз. Кустик нарастила невысокий. Сантиметров, я думаю, что 50. Посмотрим, как продержится с нашей погодой 31 октября. И были и морозы, были и невзгоды, и ветра, и холода. Но розулька показывает себя пока с хорошей стороны. Вот такая у меня красавица. Спасибо вам за внимание. И обратите внимание на японские розы. Красотки, конечно. До свидания.